Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества сотрудники полиции проводят акцию «Неделя мужества». К этой акции приурочена экскурсия в отдельный батальон ДПС ГИБДД, где инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения прогулялись по подразделению со школьниками 71-й, 51-й и 68-й школы. Данная акция у нас приурочена к Дню защитника Отечества, 23 февраля. Ежегодно мы приглашаем учеников школ города Рязани, проводим подобные открытые мероприятия, посещение подразделений, проводится оно всеми подразделениями в нашем городе. Основная задача этих мероприятий – это привитие патриотического воспитания молодежи, возвращение доверия гражданам к полиции. Вот, ну и вносим мы здесь немножко свою цель, это, соответственно, выявлять из этой среды молодежи, именно тех, которые хотят связать свою службу с органами внутренних дел и по возможности, если у них есть желание, после окончания вузов и службы в армии прийти в наше подразделение и нести службу на дорогах города Рязани. Большая часть пришедших детей – члены отрядов юных инспекторов дорожного движения. Такие отряды созданы на базе некоторых образовательных учреждений под кураторством управления ГИБДД. На экскурсии ребята познакомились с историей создания службы госавтоинспекции, а также с тем, как проходит ежедневная работа инспекторов ДПС. Специально для них была организована выставка имеющегося на вооружении у госавтоинспекции спецсредств и оружия. Ребята имели возможность рассмотреть жезл и светоотражающий жилет, а также познакомились с принципом работы радиостанции приборов для измерения уровня тонировки стекол автомобиля. Впервые в жизни ребята смогли увидеть пистолет Макарова, автомат Калашникова, а также примерить на себя экипировку инспектора. Кто у нас самый сильный мужчина-то? Самый широкоплечий бегом. Вот чтобы ты прочувствовал, как этот бронежилет, как с ним можно 12 часов простоять на пасту, сейчас мы попробуем на тебя этот бронежилет. Ну, ощущения? Заместитель командира батальона рассказал о достижениях подразделения и сотрудниках, которыми гордится служба. Среди них спортсмены-разрядники и мастера спорта международного класса. Побывали школьники и в спортзале ОБДПС. Мальчишки и девчонки с интересом рассматривали кубки и грамоты, заработанные на различных чемпионатах и соревнованиях. Особый интерес у школьников вызвало знакомство с патрульными автомобилями ГИБДД. Закончилось мероприятие возложением цветов к стеле погибшим при исполнении служебных обязанностей инспекторов ДПС, которые находятся на территории подразделения. Возможно, благодаря подобным экскурсиям кто-то из ребят выберет профессию сотрудника ГИБДД. Нелегкую, но интересную, почетную и очень нужную.